Совсем недавно мы показывали вам кадры счастливой свадьбы Ксении Бородиной и Курбана Омарова. А сейчас вас ждет не менее праздничное видео. Отчет того же дня только глазами бывшего Ксюши Михаила Терехина. Гордость и текила в сюжете Дианы Юзбековой. В красном белом платье, красавец-жених, трехметровый торт, лезгинка. Счастливая Ксения Бородина с кучей гостей отплясывает на своей свадьбе. А чем в это время занят ее бывший молодой человек Михаил Терехин? А он в это время в Турции. С горя заливает в себя все, что находит в турецком all-inclusive. Как настроение, Россия! Пьяные русские с опаром в 3 часа ночи. Всем привет! И уже пока. Жукнет. Это Вася секс-бомба. Что ты? Вместе с секс-бомбой Васей, в котором безутешный Терехин находит утешение, экс-бойфренд Бородиной пытается забыться в клубном угаре. Даже старательно делает тверк. Бедняга, видимо, сильно переживает. На самом деле я страдаю. И очень сильно переживаю. Выпьем за любовь. Ты одна такая. К сожалению, не одна. Незадолго до свадьбы Ксении Терехин показывал нехилую мужскую выдержку и стойкость. Желаю Ксюшеньке любви, семейного счастья, больше проводить времени с дочкой и с новым молодым человеком. А я уж как-нибудь буду жить один. Но оказывается, под этой брутальной внешностью и горой мышц скрывается ранимый влюбленный мальчик. И, видимо, то, что Бородина навсегда для него потеряна, медленно доходит до его мозга. Так же медленно, как он разговаривает. Малыш, ты на самом деле такая красивая, что я даже боюсь, что я не совладаю своими эмоциями и оближу тебя всю, как эту картошку. На следующий день вместе с похмельем приходит и осознание того, что было вчера. Терехин удаляет все видеоулики из своего инстаграма и взамен выкладывает видеоизвинения. Друзья, я прошу прощения за свое аморальное поведение. Мне очень стыдно. Обещаю, что такое больше не повторится. Всех люблю. Что еще тут остается? Понять и простить. Диана Юзбекова, про новости. Огонь батарея, огонь батальон.